себя вещами, мол, потерпи немного, мой эстонский брат. С утра до вечера на Путина кивали, мол, если замерзнем, Путин виноват. Завтра раздербаним мы копилки и, глядишь, протянем пару дней. Хоть нечего насаживать на вилки, да без закуски даже веселей. Ну почему ж вы какая хороша? Вот вам бы орден, меч ППШ. Все-таки частичку коммуниста папенька вам точно передал. И ведь такого евроактивиста их о ком доселе не встречал. Научились вы давать советы, мол, давайте по домам рожать. А нече жрать, так кушайте конфеты, чтоб родный калик поддержать. Ну почему ж вас Кая так несет? Вам бы живая Петро и пулемет. Слушаем мы ваши отговорки, мол, потерпите, выживут не все. Закрывайте двери, окна, створки, помолясь, готовимся к зиме. Прыгнем все мы в дедовы тулупы, валенки при минус 30. А еще крутите хула-хупы, вам поможет силы обрести. Ну да чего ж вы, Кай, молодец! Вот вам бы шляпу, вы властелин колец! Не поможет вам ни Луи Виттон, ни Фенди точно эту зиму пережить. Вняли все мы вашему совету, нет работы, нахрена топить. Мы сидим и вспоминаем песни, те, что раньше пели у костра. Но для костра нужны нам хоть и тресни, газ, брикеты, гранулы, дрова. Ну да чего?